Так, всем здравствуйте. Тайцы опять, видимо, захотели прислать кирпич. В прошлый раз у них не получилось, как вы помните. А в этот раз вот посмотрим. Так, что-то вот тут вот, да, шло больше месяца. По форме, кстати, реально кирпич. Правда, по весу, ну, какой-то пенопластовый, разве что. Что же здесь такое? Я уже на самом деле не помню, что тут такое, потому что, говорю, это, в общем-то, прошло больше месяца уже. Вот, так, что тут вообще написано? Guitar Parts and Accessories. Guitar Parts and Accessories. Так, ну, я знаю, что камера, она не фокусируется вот так вот у меня. Ну, смотри, значит, упаковка не повреждена. Ничего не повреждено. Сейчас мы этот кирпич достанем. Так. Прям перед камерой. Ничего, так сказать, ловкость рук никакая тут не применяется. Вот, на весу режу, конечно, это очень опасно. Ну, нет, оно нормально так. Так. О, там коробка. Коробка. А в коробке, небось, кирпич. Коробка. О, это метроном. Я давно хотел метроном. В детстве еще, когда не родился. Вот, а мне его никогда не было. Поэтому играл потом под барабан и все. Ну, что-то захотел. Я думаю, знаете, электронные там вот захотел, там всякие. А они какие-то убогие стали в последнее время. И вот механический с Алиэкспрессом по дешевке. Что-то здесь вообще. Уже что-то оторвал. Так, ну на кирпич уже не похоже. Кирпичом обманули. Кирпич не прислал. Инструкция. Блин, все на китайском, а вот тут все на английском. Open the protection, the protection cover and the bottom protector. Use your finger to hold the bump place. Pull the cover to open it. Че, я чуть не понимаю. А, ну пам, все. Pull down the bottom protect. Пам. Че ж тут непонятно-то? Pull down the bottom protect. Что-то выпало. Это, наверное, тряпочка протирать сей девайс. Девайс, да, кирпич. Кирпич есть только такой пирамидальной формы, ну, я не знаю. Так. Нет, да смотри, рулес, не кирпич. Так, и как же эта штука? Нет, на этот раз тоже. Когда же кирпич уже пришлю? Be sure to follow the instructions before using the product. Ну, перевожу. Типа, будь уверен, что вы следуете инструкции перед тем, как юзаете этот продукт. Use a key into the groove and open it. Окей, ключ. Ну, ключ тут вот он. Open the bottom cover. Cover. А, bottom, вот он, bottom. Open the bottom, you will see a piece of... А, там это мягкая парашка. Remove мягкую парашку. Then close the bottom cover. Так, смотрите, вот. Вот открываем bottom cover. Блин, собака. Ага. Как еще-то? Ага. Так. Блин, ну и на весу как херово, на потом сторизе. А вот эта херня, она тут чисто, ну, для сохранности девайса при перевозке, я понял. Render remove.
А потом обратно к ботам кавер. Видом ночь. Видишь, как стрелочка пошла. Так. Ок, все отлично. Фига. Так, ну ладно. Давайте инструкцию почитаем. Так, почитаем инструкцию. Start. Turn the winding key clockwise to win the spring inside. То есть надо поворачивать почту стрелки, чтобы завести спринг пружину, значит. Move the pendulum. Pendulum это маятник, значит. To the right side. Right side. Угу. Так. Фига! Вы это видели? Громко достаточно, хер иначе. Так. Понарон. Это 6-4, что ли? Да, это 6 четверти, так, 4 четверти. Это неровно как-то. Так, давайте, так, 3. Да, 3, 2. Прекрасно. И 0. Без звоночка. After using move inside little needle. Тут, ну, в общем, все. Ну что, все. Всем пока.